Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини и Стик. Сегодня 4 июня 2020 года. И по просьбе моих подписчиков показываю Яшку Чебурашку. Сегодня, ребята, у нас все жутко сонные. Сегодня у нас идет дождь, погода у нас отвратительная. Собачки не хотят просыпаться, уже день. Кое-кому подклеили ушки, и мы вообще не в настроении. Ну, Яха Чебураха хорошего настроения не теряет. Он сейчас покушал из вот такой большой миски. И, собственно говоря, хочет пообщаться. Несмотря на то, что идет дождик, скажи. Яшек Чебурашек, как всегда, веселый и общительный мальчик. Ну-ка скажи нам, Яшенька, скажи, что ты думаешь про нас. Молодец. А еще скажи, что еще думаешь? Все, что ли, Яшка? Яшенька, скажи еще что-нибудь нам. Скажи, здравствуйте, дорогие наши подписчики. Яхант, ты же у нас все умеешь. Отлично, мальчик переносит прививочку. Вчера у нас была прекрасная погодка, и мы даже выходили гулять несколько раз по солнышку. А сегодня вот с самого утра не заладилась погода, льет дождь, поэтому я в надежде на то, что ребята все равно спят и ничем не занимаются, решила поклеить им ушки. Ну, как видите, Юджине это не нравится, она прям так грустит. А Яшка, он не отчаивается. Он делает тут какие-то акробатические номера с этими лежанками, которые, вот как я и говорила, все эти наши домики-лукошки превращаются в домики-лепешки, потому что собачки зачем-то всегда ложатся на них сверху. Что, Яшенька, никто с тобой не играет, мальчик-то мой золотой. Вот как тебе скучно-то будет, скоро уже и Джинни от тебя уедет. Эти маленькие только глазки открыли, еще не могут с тобой играть. И с кем же ты будешь кусякаться? Они с Юджиней очень хорошо подружились, спят теперь вместе, играют теперь вместе. Но у Юджини заканчивается срок карантина, и скоро она переезжает в новый дом. И, похоже, Яшке Чебурашке вообще будет скучно. И вовнутрь лежаночки он умеет, вот так вот скажи. Все Яша умеет, все умеет. Сейчас он все равно разыграет Юджинию, потому что ему скучно. Юджиния не очень настроена на игры. Она прям расстроилась подклеиванию этих ушек, обиделась на меня. Общаться со мной не хочет, не весело ей совсем. Целует она ее оттуда. Малыши наши сладко спят. Кверху пузиками, кверху спинками. Кто как. Тени пасмурно, в комнате темно. Чтобы было малышам тепло, включила кондиционер. Очень. Одним словом, у нас сегодня сонное царство. Никто не хочет вставать, бегать, хулиганить. Да, девчонки охраняют миску. Юджиния ушла в сторонку, не хочет играть с Яшкой. Яшка спрятался куда-то тоже от нас. Яша, ты где? Дуся, а куда у нас пропал Яша? Яшка спрятался, он в прятки играет. Яшка залез вовнутрь этой лежанки, на которой лежит Дуся. Мы с дня на день ждем очередных родов. Вот такой у нас вот животик.
держите кулачки за нас. Вот такие новости на сегодняшний день в нашем питомнике. Все тихо и мирно, все опять покушали и ложатся спать. Потому что, собственно, в дождливую погоду делать больше и нечего. Покушали и опять спать. Яшка спрятался в лежанку, Юджиня ушла в другую лежанку. Дуська намывает свои лапушки. Варежка, как всегда, у меня на кровати, кошечка мамина вместе со щеночками чужими. Вечная бабка-нянька. Ну, пока вот такие новостей никаких больше нет. Как только они появятся, обязательно расскажу все новости нашего питомника. Поэтому, если вы не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. Да, Дусичочек. А с подписчиками нашего канала мы не прощаемся. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Дусь, 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 скажи нам что-нибудь. Скажи всем. Давай, еще что? Еще скажи. Скажи что-нибудь. Ну, скажи что-нибудь. Скажи тепло, хорошо, солнца нет. Но мне весело, скажи, Дуся. Да, молодец. А еще скажи. Хотим солнце, скажи. Хотим гулять на улице, да. Молодец. Умница, Дуся. Да, Юлька, поцелуйка. Да. У Юльки и у Дуськи хорошее настроение, несмотря на плохую погоду. Желаем и вам, дорогие друзья, отличного настроения. Ой, а у Варежки комар, похоже, под глазом на носу. Да, Дусетеночка ты моя сладкая. Вот, а Дуся у нас умеет разговаривать. И очень смешно умеет крутить хвостиком. Сверху вниз, потом вокруг, направо, налево, вниз. С хвостиком она почему-то не как все собачки крутит, вертит. А здесь вот у нас вот такой вот колобок. Ждем прибавления потомства. Дусь, 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 еще что-нибудь скажи нам. Дусь, 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 Дусь. Ай, ты мой сладкий. И ладушки, и Дуся ладушки, и Дуся ладушки. Да, да, самый ласковый пес на свете. Дусь, Дусь, Дусь. Ой, как она крутит смешно хвостиком и ладушки умеет делать. Ты моя конфеточка. Умница, красавица. Очень красивая девочка. Очень умная собачка. Куколка, куколка. Дуська, куколка. Дуська, ладушка. Дуська, ласковая собачунька. Дуська, ласковая собачунька. А Яшке Дуська приходится бабушкой по папиной линии. Вот такая вот бабулька веселая. Желаем, дорогие друзья, и вам отличного настроения. У кого плохая погода, чтобы поскорее она наладилась, чтобы можно было не дома у тепловентилятора сидеть, а поскорее пойти на солнышко погулять, позагорать и повеселиться. До новых встреч, дорогие друзья, на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Ты Яшку закапываешь, Дусь.